лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Когда угодно было Богу, чтобы, родившись бедняком, ты пролагал себе дорогу терпением тяжким и трудом. То будь покорен, терпелив, неутомим и молчалив, на помощь свыше уповай и никогда не унывай, не унывай, не унывай, не унывай. Когда Творцу благоугодно, чтоб поте ты вкушал свой хлеб, то не ропщи, жена подобна на Бога всяческих судеб. Пред Ним смиренно преклонись, святою верой оградись, и ею дух свой наполняй, и никогда не унывай. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях группа «Атриум». Здравствуйте. Алексей Сергеев и Александр Антонюк. Вы пришли сегодня вдвоем, так группа у вас больше, да? Да. Сколько у вас человек? У нас всегда по-разному. В зависимости от занятости, да, кого-то? В зависимости от того, кто находится в Петербурге,
кто не учится пока что или не работает. Вот всего у нас такой боевой состав — это четверо человек. То есть две гитары, барабан, джембе и флейта. Да, но еще есть скрипка и бас-гитара. Это когда мы собираемся все вместе, нас шестеро. Да, и как раз сегодня вот наши ребята учатся, и поэтому мы пришли к вам вдвоем. Но я думаю, что учатся, мы сможем. Где учится? Один из участников, барабанщик, он учится в Академии имени Репина, художественной академии. На архитектора, да. А второй в магистратуре в политехе, флейтист наш. А вы? Алексей Сергеев окончил духовную академию, сейчас в аспирантуре, второй курс. А я закончил университет кино и телевидения, я режиссер по специальности кино и телевидения. И тоже снимаю кино. И вот спасибо, музыка, Господи. Музыка. А что такое атриум? Вопрос, наверное, вам постоянно задают. Атриум, да, спрашивают. Это такое латинское слово. А в древности, точнее, в средние века, или даже еще в античности, когда в Римскую империю с севера хлынули потоки варваров, строили специальные такие дворы перед храмами, в которых толпы варваров ожидали святого крещения. И для нас это такой знак, что мы хотим создать такое пространство перед храмом. Не внутри храма, мы не священники, а перед храмом, чтобы был такой буфер между церковью и миром, чтобы люди могли приходить к нам и слушать музыку, смотреть кино, писать картины, иконы, театральные постановки делать. То есть все, все, кроме греха, в любых творческих формах мы приветствуем, потому что для нас самое главное — это занятие миссией, православной миссией. То есть вы ощущаете себя миссионерами? А когда-то пришло у вас такое, ну, желание, как вы объединились? Что явилось импульсом вот этого миссионерского движения вашего? Ну, импульсом послужила встреча нас с Александром и разговор о известных миссионерах, о святителе Николае Японском, в том числе о убиенном отце Данииле Сысоеве, которому исполняется вот 5 лет со дня смерти. Царство небесное. Как-то завязался разговор, и я сказал, что имел такое, можно сказать, счастье общаться при жизни с отцом Даниилом. Совсем немного. Но я увидел, что это искренний, верующий, горящий человек. И очень мягкий в общении, что разбивало различные стереотипы людей. И мы впоследствии уже закончили его миссионерскую школу. Сейчас она существует, это движение пророка Даниила. И как-то постепенно все это родилось. Мы почувствовали такое призвание, делали различные акции, делаем уличную миссию. Все это по благословению молодежного, миссионерского отдела. Но встретились мы под Покровом. Мы встретились 3 года назад на Покровском форуме, который организовывает каждый год Ассоциация духовно-нравственного просвещения «Покров». У нас межвузовская, которая в Петербурге существует. Туда входит много вузов. И вот 3 года назад Духовная академия, университет мой кино и телевидение и другие вузы, они собрались за городом под Лугой. И вот там случилась наша первая встреча и даже наш первый концерт. Мы сразу после разговора о миссионерах, мы еще и сыграли на закрытии этого форума вместе. И тогда мы поняли, что ну все, уже будем следовать рука об руку, так скажем. Можно сказать, что под Покровом вот у нас родился вот этот миссионерский центр в первую очередь, во вторую группа музыкальная как форма миссионерства. Потому что на концертах мы не просто поем и играем. Музыка — это только средство привлечения людей. Заинтересовать всех. Особенно молодежи, да? Да, да, вот это в первую очередь. Потому что у нас концерты в университетах, ну, в различных других
учреждениях закрытого типа, в тюрьмах, в больницах. В детских домах. В ночлежках. Да. И вот Алексей сказал про отца Даниила. Мне тогда вот в тот момент, 3 года назад, у меня личная трагедия была серьезная. И какие-то охлаждения в вере. И как раз в этот момент я встретил, открыл для себя его проповеди. И он мне очень помог укрепиться и вернуться в церковь уже так основательно. И многие вещи, которые я не понимал, для меня стали очевидны. Как-то он расставил в моей голове, помог мне понять свою веру. И вот Алексей сказал, что они при встрече ходили на миссию в секты. Он видел, как он с помощью Библии просто сокрушал аргументы сектантов. И он сказал, Алексей, мне, что отец Даниил благословил ансамбль или группу, которая бы не только замыкалась внутри православного круга, да, слушателей, но и шла в мир, которая бы именно с благой вестью налаживала бы мосты между миром и церковью. И вот эта мне идея очень понравилась. Конечно, мы, такое было горение изначально. Дай Бог, чтобы оно не перестало. А как священники в священном начале к этому вот сейчас, в настоящий момент, относятся? Ну, нас, например, отец Константин Головацкий недавно назвал, глава молодежного отдела Санкт-Петербургской епархии, назвал православные народные артисты, потому что мы уже настолько везде примелькались, везде играем, выступаем, и, конечно, ну, самое главное, что мы чувствуем, что людям нравится. Не просто, что мы вот для себя там что-то спели, сыграли, а люди танцуют, веселятся под некоторые наши песни, потому что они довольно позитивные в основном. А также, может быть, под какие-то грустят. Вот. И вот этот вот отклик у аудитории, конечно, самое важное. В первую очередь, конечно, смысл, который несет текст песен. Мы берем обычно классиков. Даже сейчас вот мы сыграли песню. Называется она «Не унывай». Это песня на стихи святителя Иннокентия Херсонского. Вот. И мы, конечно же, в первую очередь говорим о Христе, о Церкви, о Боге. Мы рассказываем, о чем песня, и это самое главное. То есть музыка, она не является для нас каким-то, какой-то точкой такой, на которой мы замкнулись. Нет, это всего лишь средство, и мы используем любые возможные методы, потому что тот же отец Даниил говорил, что нужно действительно работать со светскими учреждениями, вот эту форму осваивать. И на тот момент мы записывали диск. Вот он сказал, что его в первую очередь нужно бы распространять не в церкви даже, а как раз за пределами ее. Потому что нам приходит множество отзывов, в том числе мы демо-версии сейчас пишем, второй диск, отсылаем известным людям и просто молодежи. Они говорят, что это очень светлые песни, они настраивают нас на то, чтобы мы задумались о Боге. Что-нибудь еще исполните нам. Да, сейчас песню сыграем на стихи великого русского поэта Николая Гумилева. Она как раз-таки перекликается с темой миссионерства, потому что... Про призвание апостолов, называется «Христос». Oh,
не считайте барыши. Ведь не домик в Галилее вам награда за труды, светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Господи. Получается, еще к тому же большая ответственность, потому что нужно и материал так подать, да, чтобы это было не похоже было на какие-то, знаете, сектантские, какие-то протестантские музыку, потому что у нас, к сожалению, сейчас мы берем приемы западной музыки, потому что какая-то культура к нам ворвалась. Mm-hmm. И тут такая грань есть тонкая. Сами об этом, наверное, знаете, да? Ну, и, во-вторых, внимательно слушают все по поводу звукоизвлечения, по поводу голосоведения, по поводу подачи. Вот надо уровень, на уровне быть. Видно, что вы над этим работаете, есть у вас запас. Вот, да, это очень важно. Это, чтобы это было, вот, может, не идеально, но очень сильно. Качественно. Да, качественно. Это не должна быть художественной самодеятельностью, иначе это все это будет опять там что-то да. там. Ну, слава богу, что все-таки какие-то у нас были учителя, которые помогали расставить акценты на важном именно в музыке. Mm-hmm. Например, в этой музыке очень важно ритмику, да, соблюдать. Да. Звукоизвлечение, вы правильно сказали. То есть, вы же знаете, вы как профессиональный гитарист. И, конечно, да, приходится и работать и с группой, и над этим. И надо же еще за внешней формой надо за всякими подать, чтобы услышали слово. Слово же здесь, на самом деле, самое главное. Да. А это просто способ передачи, стиль-то. Да, наверное, в этом отличие, в том, что мы стремимся передать, не гонимся именно за музыкой, хотя делаем ее, пытаемся делать качественно. Насколько получается. Конечно, есть куда расти всегда, и да, мы знаем свои огрехи. Я имею в виду некая цель. Да, но цель такая стоит, действительно. Вот у Леши, например, вообще аллергия на некачественно звучащие песни или какие-то музыкальные композиции. Поэтому мы пытаемся и Лёше угодить, и себе в этом смысле.
Я тоже хочу с вами поделиться песней, но она такая, можно сказать, уже с точки зрения пережитых лет. Наш возраст разный. И, можно бы сказать, поделиться своим внутренним состоянием. Очень важно, вы сами, наверное, знаете, внутреннее настроение, оно же передается. С каким настроением вот все это делать. То есть, чтобы ощущалась личность. Да. А если человек верующий, он, в общем-то, должен верой светиться. Она сквозь все должна, сквозь все его творчество просматриваться. Вот такая у меня песня есть «Я видел жизнь». Я видел жизнь и раны, и лохмотья, и пыль дорог, и пепел прошлых лет, и позолоту зла, и жабу на болоте былых страстей. Теперь мне нужен свет. Проснуться утром новым, светлым, чистым и полететь над этой кутерьмой и голосом певучим, серебристым наполнить возвращение домой. Щедрот твоих, очисти беззаконие мое, ныпоча мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, тебе единым согреших, и лукавое пред тобой сотворих. Яко доправдишься во злые всех твоих, и победишь и в них да судить идти. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Вот, надеюсь, будет у нас обширная программа, где можно поговорить именно о том, как это необходимо, о том, как это передать. О том, чтобы вот нас услышали, как это делается. Ну, сейчас мы ограничены рамками передачи. Хочется еще услышать песню вашу, и будем уже прощаться. Да. Мы сыграем песню на стихи Константина Романова. Называется «Хвала воскресшему». Небес и пойте непрестанно,
исполнен мир его чудес и славы несказанной. Хвалите сон бесплотных сил и ангельские лики. Из мрака скорбного могил свет воссиял великий. Смерти страх исчез, светлеют наши взоры. Хвалите Бога моря, дали океан безбрежный. Да смолкнет всякая печаль и ропот безнадежный. И ропот безнадежный. Господи, на этой ноте наша передача заканчивается. Мы с вами прощаемся. С вами был я, священник Анатолий Першин, и группа «Атриум». Христос воскресе! Воистину воскресе! Божия всем помощи, ангела-хранителя!